5 лет начал заниматься музыкой, и это увлечение переросло, собственно, во всю мою жизнь. Я слушаю много разной музыки, конечно, в основном это классическая музыка, потому что я так воспитан, я занимаюсь ей, и нет чего-то, что я люблю точно так же, как и Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена. Карантин был очень насыщенным. Я много очень учился, не только музыке, еще общеобразовательным каким-то предметом. Читал книги, старался что-то узнавать новое, в том числе из интернета, средств массовой информации. В целом жизнь была совершенно необыкновенная. Я мечтаю, чтобы коронавирусная эпидемия полностью закончилась, и наконец-то все люди, и я тоже, смогли бы жить той жизнью, в которой мы жили до нее, чтобы люди могли приходить и занимать места все в зрительном зале, чтобы не было проблем с путешествиями, перемещениями.